В предстоящую субботу в Чебоксарах на сутки отключат холодную воду. Водоканал будет проводить работы по подготовке городских сетей холодного водоснабжения и канализации к предстоящей зиме. По плану предстоит выполнить более 50 различных мероприятий на всем протяжении сетей от Заовражной до очистных сооружений в Новочебоксарске. Чебоксарцам надо заранее запастись водой. Водоканал организует дежурство автоцистерны, которая в случае необходимости будет доставлять питьевую воду нуждающимся.